Здесь у нас ребята запускают FPV-дроны комнатные, проводят соревнования. Это первый раз на нашем фестивале такая, может быть, нестандартная для нас движуха. Потому что один из организаторов нашего фестиваля интересуется этим делом, и вот мы решили с ними взаимодействовать. Судя по всему, им интересно. Гонками на FPV-дронах это современное, очень хорошее увлечение, очень развивает. Посмотрите, вон вместе и дети, подростки, и здоровые мужики соревнуются, и им интересно. Изначально демотренерский, с 95 года. В основном это было демо, интро и так далее, так называемая демопатия. Но в процессе он приобрел много новых черт, и мы включили различную деятельность в него. Вот тут ребята, покажи, пожалуйста. Ребята занимаются разработкой игр. Это тоже у нас уже не первый год происходит. Далее, режем, да? Наш фестиваль не был бы возможен без спонсоров, как обычно. Хотя он не коммерческий, но деньги нам все равно нужны, поэтому мы привлекаем спонсоров и в том числе доплачиваем еще и сами из своего кармана. Проект VSCALE. Люди помогают нам с проведением фестиваля. Соответственно, вот у них сервер тут стоит и много всякой интересной движухи. Далее традиционная часть нашего фестиваля – это выставка ретро-компьютеров. Мы проводим ретро-выставку на нашем фестивале где-то с 2004 года, то есть уже довольно давно. Ну, первый этот год, 2004, там было буквально 5 компьютеров, но теперь, как вы можете видеть, их огромное количество, и не только компьютеров. К примеру, здесь представлены различные экспонаты из музея Кирилла Бурцева. Это музей про объединение Светлана, который, как вы, наверное, знаете, выпускал микросхемы и другую микроэлектронику в Советском Союзе. Здесь вы можете видеть, как раньше выглядела пресса и носители информации. Кассеты, журналы древние, Spectrum, DOS. Здесь мы видим Atari, 8-битная машинка. В советское время, позднее советское время, после перестройки особенно, таких Atari было много различных так называемых компьютерных клубов, где люди приходили и их пускали за деньги поиграть в игры. Это Commodore 64. Фактически этой машинке, вот данный корпус называется буханка, потому что он, или иногда хлебница, потому что он похож на хлебницу. Данной машинке мы все обязаны как минимум расцветом демосцены, может быть, не появлением, но расцветом точно. Здесь вы можете видеть тоже Commodore 64, две штуки, но в более современном корпусе, 64C так называемый. Почему их здесь так много? Мы проводим конкурс, турнир по играм на Commodore 64. Еще один компьютер, на этот раз советский, где-то примерно 85-86 год, если я не ошибаюсь. Это домашний персональный компьютер, один из первых, который можно было купить в магазинах. Конечно, стоил он огромных денег по тем временам. Тем не менее, значит, он позволял играть в очень простые игры в текстовом режиме, позволял набивать какие-то тексты, несложные вычисления производить.
Один из самых интересных экспонатов нашей выставки – это PDP-11. Вот про него расскажет человек, который его представляет от Ленинградского компьютерного клуба. Да, это PDP-11. Нам досталось в неисправном состоянии. Мы ее чинили довольно долго, почти год. Вот. Сейчас, значит, она исправна, и мы можем показать ее на выставке фестиваля Hall of Construction. Значит, она у нас в составе с флоппи-контроллером 8-дюймовым, но мы к ней, значит, приобрели плату, которая эмулирует жесткие диски, что дало нам доступ к огромному количеству программного обеспечения, которое было создано для PDP. Вот сейчас там запущена система RT-11, и в том числе вот это нам дает возможность поиграть в тот самый Тетрис, который когда-то написал господин Пажетнов. Правда, он идет без русских буквочек, но тем не менее работает. Я написал пробу маленького, Помимо, собственно, оригинального PDP-11, о котором мы только что рассказывали, здесь можно видеть эмуляторы предыдущих машинок. Вот эмулятор PDP-8, эмулятор PDP-11 предыдущей другой модели. Это именно эмуляторы. То есть они имитируют на современной элементной базе работу древней машины. Дальше вот тут тоже стоит Altair 8800. Это реплика, то есть он не настоящий, но настоящий выглядел так же и работал так же. Это очень старая машинка. Когда-то, если я не ошибаюсь, на такой был написан Гейтсом DOS с некоторыми там дополнениями периферии. Значит, далее у нас хозяйство Digital Vintage. Виталий вот привез массу всяких интересных вещей, особенно гигантских тумб, для которых мы даже выделили постамент, чтобы можно было восходить, так сказать, к этим машинам. Расскажи что-нибудь. Привет-привет. Я Виталий, Digital Vintage. Притащил кучу всякого хтонического ужаса юниксовой эпохи, начиная от микроваксов, вон там вот красивый оранжевый такой экранчик светится, который вот под ВМС. Дальше всякие много ARF, IBM RS6000, инженерка, рабочая станция Парис, еще один Парис, огромнейшая тумба Сан. Вот такая вот парисковая машина, 65 килограмм, и это без учета оболочки, которая потеряна. Приехала с Крайнего Севера. А вон та вот штуковина весит все 90, в ней 4% и 2 гига памяти, и она родом из 97-го. И это рабочая станция. В ней даже какой-то 3D-ускоритель стоит. А вот там вот остальная вкуснятина. Три арфы подряд. Терминальный сервер. Можно прийти на нем что-нибудь попрограммировать. Там установлен весь софт для разработки под Windows NT внезапно. Потом арфа с OpenVMS. Арфа с RU64. Две забавных угадайки самосборки с необычной начинкой. Можно прийти и попытаться угадать, что там. IBM-ка, RS6000, Macintosh. Пойдем вот сюда в уголок, тут умные люди что-то делают. По-моему, это космический корабль. Вот. Тут старенький Macintosh и персональный привет для Михру, как я 10 лет назад обещал, бабочка приехала на хаос. Я, правда, забыл кабель питания взять, но это я исправлюсь потом. Здесь вы можете видеть компьютеры AGAT на процессоре 6502. Несмотря на то, что процессор импортный, это на самом деле компьютеры отечественные. Были выпущены для школ в основном, то есть для учебного процесса. Выглядят довольно оригинально, но по сути это аналог Apple II. Он не совсем не в точности совместим, но это почти Apple II. На этих компьютерах
У нас будет сегодня и завтра проводиться конкурсы Real-Time Graphics Compa и Real-Time Coders Compa. Real-Time Graphics Compa — это в графическом редакторе люди за определенное время, часа там за два, допустим, должны будут нарисовать картинку на заданную нами тему. И Real-Time Coders Compa более сложная. Это люди во встроенном мониторе должны будут в машинных кодах решить небольшую задачу. То есть именно в машинных кодах, не на ассемблере, в командах процессора, реализовать короткий алгоритм, несколько инструкций. Сергей Фролов, он сейчас куда-то отошел, но вот у него здесь есть несколько экспонатов. Как вы можете видеть, ну, БК-0010, опять же, советский компьютер 80-х годов, был довольно распространен, хотя и стоил дорого. Далее шахматный компьютер и калькулятор многоразрядных, я вижу индикатор следующего разряда, по-видимому, да? Вот, искра 122. Здесь у нас компьютер Commodore Amiga. Если вы помните, мы показывали вам Commodore 64, на котором, я сказал, был расцвет Демостена, которому обязана Демостена своим расцветом. Commodore Amiga — это другой такой компьютер, который был после Commodore 64. Соответственно, люди, которые на Commodore 64 чего-то делали, потом купили себе Amiga, многие из них. Опять же, на нем очень много демок написано интересных. И этот компьютер гораздо более мощный. Здесь стенд Артема Кашканова, которого вы, возможно, знаете. Он сделал релейный компьютер, много чего еще. И вот теперь он делает компьютер на лампах. В данном случае он представляет эмулятор этого компьютера, чтобы облегчить создание, собственно, самого компьютера. Сегодня я пришел на семинаре вечером рассказать про будущий ламповый компьютер, про то, как я его создаю с помощью современных систем проектирования, но при этом с использованием только элементов, которые не рекомендуется использовать для создания вычислительных устройств. В данном случае эмулятор как раз призван упростить мне жизнь, поскольку вот уже с настоящего момента времени у меня есть полностью функционирующая ламповая машина, хоть и в виртуальном виде. Идея такова, что здесь реализовано берелок описания будущей ламповой машины. Его можно запустить на исполнение, посмотреть, как он работает, соптимизировать это дело. А впоследствии я буду собирать блок за блоком. Соберу первый блок, заменю эмулируемую часть физической, получу опять полноценный функционирующий ламповый компьютер. Постепенно, шаг за шагом, буду собирать модуль за модулем и избавляться от эмулятора. В конечном итоге эмулятор выйдет на свалку истории, а у меня останется только полностью работающий и собранный ламповый компьютер. Когда это будет? Вопрос хороший, но я надеюсь, в этом десятилетии.
Смысл в том, что экран вообще-то является центральной частью нашего фестиваля, потому что на нем мы показываем конкурсные работы. Люди заранее пишут работы, иногда за полгода, а то и за год начинают писать. Это демо, интро, рисуют графику, пишут музыку. И затем мы показываем их, и люди, народ может голосовать и таким образом выбирать лучшую. После чего мы награждаем людей. Ну, в данный момент мы показываем работы с предыдущих фестивалей, потому что конкурсная программа еще не началась. Как раз сейчас готовится показ. Здесь у нас собрана монтажка. Примерно так выглядела монтажная студия. Ну, в начале 90-х, кое-где и ближе уже к 2000-м, никаких компьютеров не было. Все писалось с одного магнитофона на другой при помощи специальных контроллеров, генераторов спецэффектов. Вот у нас он стоит, один такой большой, красивый. Ну, языкового микшера. Как это выглядело примерно? Берем кассету. Кассета формата Betacam SP. Вот такая кассета. И начинаем на пульте ее проигрывать. И мы берем из этого видео, допустим, первый фрагмент. У нас на пульте загорелась кнопочка IN. Это у нас входная точка. Мотаем чуть-чуть вперед. У нас кнопочка OUT. Это у нас выходная точка. А затем мы берем вторую кассету. Вставляем ее во второй магнитофон. А мы выбираем на нем место, где мы хотим подмонтироваться. Ставим здесь входную точку. У нас с этого момента будет происходить монтаж. И дальше происходит магия. Мы нажимаем кнопочку монтажа. И он переписывает первый фрагмент на вторую кассету. Сейчас должна появиться. Да, он пишет. Это мы записали первый фрагмент. После этого мы, допустим, хотим пока... Он еще пишет. Стоп. Он дошел до конечной точки. А теперь мы хотим показать крупный план... Ну, допустим, с какой-нибудь железкой. Вот, допустим, вот с этим. Мы ставим здесь входную точку. Мотаемся на нужный нам фрагмент. Допустим, вот сюда. Ставим выходную точку. Все готово. Нажимаем монтаж. Он подматывает кассеты. И... Сейчас он будет снова писать. И пишет. И у нас получилось... Плавненькая, аккуратненькая склеечка. Сейчас мы ее проверим, посмотрим. Он пока пишет. Сто, записал. И теперь посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем play, отматываем. И вот у нас получилось два фрагмента. В одном ведущий говорит свой текст. Ведущий говорит текст. И мы сразу показываем прямую склейку, показываем крупный план. Вот так вот монтировали в 90-е годы. Без всякого компьютера. Здесь сидят организаторы. Они занимаются показом в данном случае. То есть сейчас идет конкурсная программа, только что началась. По-видимому, показывается графика, да, если я не ошибаюсь. Соответственно, здесь у нас проектор. И вот компьютеры показа. Если кто-то из организаторов не очень сильно занят и может сказать пару слов, то было бы очень здорово. Сказать о чем? Это вопрос, как всегда. Ну, в этом году очередные новые технологии для показа, скажем так. Соответственно, всегда это немножко первый раз и по-новому все соединено. Но в итоге, да, вот три источника, условно говоря, для звука и видео, между которыми мы переключаемся. Вот, ну и в целом зона выглядит пустынной. Для меня непривычно пустынной, потому что обычно в ней гораздо больше людей. Вот, но может это исправиться со временем. Ну, несмотря на то, что зона пустынная, все-таки с другой стороны вы видели, сколько народу, да? Мы, честно говоря, ожидали гораздо меньше. Просто гораздо. Но все битком, и даже не хватает студий, которых мы заказывали, вообще говоря, с запасом. А люди заранее заявляют, что они хотят рассказать о том, чем занимаются.
Ну, например, тот же Артем Кашканов, который делает компьютер на лампах, он здесь рассказывает о процессе. Другие примеры, это, например, американец Кен Уэйли рассказывает о своем опыте работы 3DFX, NVIDIA, Samsung и ряде других контор, где он занимался видеокартами, железом и софтом. Также Кирилл Бурцев рассказывает о производстве микросхем в объединении Светлана. Вот. И есть ряд других не менее интересных исторических докладов, и исторических, и не только исторических. Здесь люди обращаются сюда за помощью. Кому-то надо удлинитель, кому-то надо распечатать объявление, кому-то подвести электричество. И всем этим у нас вот занимается Никита, как вы можете видеть. Добрый день, меня зовут Михаил Ка. Вот у нас представлены здесь две машины. Это Пентагон со всякими дополнительными платами расширения. И классический Scorpion GMX, ну, 2 мегабайта оперативной памяти, расширенные режимы графики и прочие удобные штуки. По прошивке довольно свежие, есть люди-энтузиасты, которые вот недавно допилили поддержку FAT32, например. Теперь можно TRD и тапки загружать одним кликом мышки. Вот. Так что Spectrum жив и живее всех живых. Это у нас GMX с картой General Sound, с обычным смуком. Классический GMX. Самодельный контроллер клавиатуры для того, чтобы подключать USB или PS пополам клавиатуры. Ну, еще один видеозахват. Классический Pentagon с множеством доработок. Плата расширения памяти на мегабайт. NEMO IDE, кэш. Космокарта с SD-карточкой. Самодельный компорт по Кондратьеву и турбосаунд. Вот. Ну, лабораторный блок питания для питания всего этого безобразия. Вот. Don't be so like that.